Ну, во-первых, Украина, мне кажется, окончательно ассоциацию с Евросоюзом-то не подписала. То есть ассоциация подписана, но это вроде бы как ничего особенного-то и не значит. Да? То есть в Евросоюз никто Украину, в общем-то, насколько я знаю, не особо-то и ждет. Вот. Трудно сказать. Я уверен, что, конечно, вряд ли Европа будет стараться ради Украины. Вот. Это, скорее всего, если бы вот Россия получила, да, грубо говоря, будем говорить так, в свое распоряжение, допустим, Украину, то Россия, наверное, бы старалась бы сильно там. А Европе-то чего стараться? Европа постарается выжать как можно больше ресурсов из страны. Вот. А вкладывать в Украину я не вижу никакого смысла. По большому счету, Украина выгодна Соединенным Штатам как такой вечный, постоянный ползучий конфликт, который будет на границе с Россией постоянно создавать России проблемы. Поэтому вряд ли можно ожидать, что Украина прям станет расцветать, да хоть и через 5 лет. Это очень сложная ситуация.